Мамма мия! Да, я жив-здоров. Красив и прекрасен. Угу. А, да, не один. Угу, неудобно. Ну, не делай скоропалительных выводов, а? Она бы тебе понравилась. Да, не вернусь. Угу. Аналогично. Да, целую. А было бы интересно познакомить Мамандр с тобой, а? Не думаю, что это хорошая идея. Да ладно, брось ты. Она мировая тетка без предрассудков. Зато я тетка с предрассудками. Их знакомство с родителями пока не готово. Ну, ладно. Может, ты права. Не стоит торопить события. Спасибо за понимание. Ну что ты мне про музу свою не рассказываешь? Да чего рассказывать-то, Марин? Все как у людей. Ну, расскажи, как у людей. Знаешь, когда своей личной жизни нету, хоть про чужую послушать. Ох, Маринка, видимо, придется нам расставаться. Молодец. В черном деле его держишь. Да нет. Просто вскрылись кое-какие факты. Муляет, что ли? Ну, а тебе-то что? У тебя с ним взаимовыгодный контракт. Вечером у тебя... Угу. А утром вдохновение. Ох, Марин, если бы гулял, было бы все гораздо проще. Влюбилась. Я сразу поняла. О, спинка какая мягкая. Это, знаешь, любовь, эмоции, что ты хотела? А то возвращайся к своему Антонию. Все, никаких тебе эмоций. Все понятно, скучно. Как овсяная каша. Боюсь, что это уже не про Антонио. В смысле? У меня телефон лопается от его пьяных смс-ок. То он сердечки разбитые шлет, то убить угрожает. Вот кого кроют-то не по-детски. Антонио, сердечки, это сильно. Не говори. Да, пропал парень. Роковая ты баба. Не дай бог, вот мой пупс такой же достанется. Хотя уже зацепил. Ну, какая-то мочалка здесь, и он ее зацепил. Не, ну вот зачем здесь? Он в Лондоне. Пускай мочалка, но в Лондоне. Нет, мы будем поддерживать отечественного производителя. Ну, почему же прям мочалка? Может быть, хорошая женщина. В смысле, девушка. Не перестань. Мы не понимаем, что мы с тобой. Просто решила зацепить парня с заграничным дипломом. И на его горбе въехать в рай. Что тут непонятного? Вот как представлю, что он кому-то достанется. Какой-нибудь прям... Я убила бы вот просто своими руками задушила. Вы собираете вещи для неимущих. А тебе что, носить нечего? Так у меня этого хлама целый фургон. Хочешь, все, забирай. Да нет, спасибо, конечно. Я вообще-то, наоборот, принесла вещи. Понятно. Еще одна светлая душа пришла дедовы кальсоны принести. Че, до помойки дальше было идти, что ли? Какая-то у вас странная реакция. Я вообще-то доброе дело хочу сделать. Во-во. Такие вот просто душки. Свою карму исправляют, а мне потом бедненькой. Ваши лохмотья сортировать и обрабатывать. Я не понимаю, вам вещи нужны или нет? Ну, давай, вываливай свои лохмотья. Мать моя, красота-то какая, фирма, все новенькие, в этом что, помер кто-то? Разве что мои мечты. Дашка, привет. Давай подвезу. О, как всегда, позже всех. Все же давно дома, спать собираются, а тут с работы выходишь. Антон, я тебя очень прошу, иди домой и проспись. Ну, Шуль, прости меня, пожалуйста. Я, правда, не знаю, за что, тебе лучше знать, но все равно прости. Я же тебя жду и днем, и ночью, дома, на работе, а ты все не приходишь и не приходишь. Но я тебя все равно дождусь, ты вернешься. Антон, я никогда к тебе не вернусь. Вернешься.
когда поймешь, что ты идиотка, никому больше не нужна. Все. Значит так, стоять. Отпусти меня. Я еще не договорил. Отпусти. Хорошая вещь. Но продажи растут и быстрее, чем моя трудовая мозоль. А это очень приличная скорость, Дарья Константиновна. Но рост можно и нужно увеличить. Надеюсь, это вы про рост продаж, Рудольф Алексеевич? А вы изменились. Но мне это нравится, тем более это идет на пользу нашему проекту. Я вот что подумываю, доверить вам полное управление нашим интернет-аналогам. Еще чуть-чуть, и мы наберем нужный процент молодежи. Чем воняет? Я ничего не чувствую. А я чувствую. Юленька, а что это вы делаете? Обедаю. Обед у нас закончился уже 3 минуты назад. Вам что, мало платят? У вас что, не хватает средств, чтобы купить себе нормальную еду? Я не понимаю. Нет, мне хорошо платят. Это что, какая-то новая, хитровысушенная диета? Рудольф Алексеевич, ну может нравится человек. Я сейчас все выкину. Стремительно. Рудольф Алексеевич. Такого больше не повторится, Рудольф Алексеевич. Что это 20 миллионов просмотров за месяц? А, это Алекс и его видеоблог. Он себя называет повар-виртуоз. У него очень много таких роликов. Да плевать мне. Ну, ускоренная съемка. Нет, нет, это он на самом деле так делает. Он очень талантливый. И симпатичный. Из ничего тренд сделал. А наши только краш-соду хлещут. Рудольф Алексеевич, он из России. Он из России? Юленька, тащите мне интервью с этим умником, ну, уникумом. Большое, с фотографией, по-взрослому. И выбросьте это на улицу. Воняет. А, хорошо. Дарья Константиновна, что же мне теперь делать? Где же я его теперь найду? Он же может быть где угодно. Так, хватит сопли распускать. Нет, я же такого никогда не делала. Где же я его теперь найду? Не реви. Будет тебе повар-виртуоз. Никуда он не денется. Mm-hmm. Как вкусно. Я с тобой точно растолстею. Mm-hmm. От моих рецептов не толстеют. Не знаю, у меня другие данные. Ну, откуда, интересно, у тебя такие данные? Из зеркала. Я бы на месте госпожи журналистки тщательнее выбирал источники информации. Ну, как можно доверять зеркалу, если ты, в принципе, неотразима? То есть вот это вот обвинение в непрофессионализме на самом деле скрытый комплимент? Угу. И причем не просто комплимент, а комплимент от шеф-повара. Подожди. Так ты определился с выбором? Не боишься? Я доверяю Семену. Да в нем такие вещи чуйка. Так что скоро виртуальный Алекс Виртуоз станет вполне себе реальным явлением. Тогда реальной ему удачи. Спасибо. Ну а когда реальностью станет твоя книга? Отдай мне еще один такой вкусненький бутерброд. Эй! Тебе будет трудно говорить с набитым ртом. Саш, ну какая книга? Это все глупые детские мечты. Вообще сейчас самый неподходящий момент. Слушай, а по-моему, вот сейчас самый подходящий момент. Саш, ну правда, у нас сейчас в редакции жуткий цейтнот. Весь журнал бегает в поисках некого повара-виртуоза. Главред очень хочет получить его интервью. Ну, даже не знаю, где вам найти этого неуловимого парня. А вот я думаю, может, этот повар-виртуоз соблазнится бесплатной рекламой? Я слышала, что он подумывает о ресторанном бизнесе. Да. Вот меня больше соблазнит обещание написать книгу. Сашка, ну серьезно, кроме шуток. Если ты согласишься, то ты поможешь одной очень-очень милой девушке. Ну, хорошо. Я весь к вашим услугам. Между прочим, я сейчас не про себя. Но мне ты тоже можешь помочь, если кое-что пообещаешь. Ну, не сочтите меня назойливым.
Но я все еще к вашим услугам. Стас, я тебя хотела попросить. Давай не будем в редакции афишировать наши с тобой отношения. Лучше сделать вид, что мы вообще не знакомы. Вижу, кому-то делать нечего. Ты, может, у дяди моего на даче постоишь? Вранье вообще оборзело. Вишню жрут, как свою. А ты постоишь, сагитируешь. Молчишь? Правильно. Подружка твоя умнее оказалась, раз не ходит на ваши идиотские мероприятия. Нашла себе адекватного мужика, а ты тут стоишь, плакатики тискаешь. Чего напрягся-то так? Сейчас на 15 суток закатаем и закончим весь этот цирк. Господин полицейский, хватит проецировать свои проблемы на окружающих. Вся дурка в сборе. Я думаю, вашему непосредственному начальству, а именно господину Аверину, будет очень интересно мнение его подчиненных об участниках санкционированного митинга. Что ты так на меня смотришь? Примешь меня обратно в боевые товарищи? Только извинений можешь не ждать. Хватит тебя от того, что ты действительно оказался прав. Я всегда знал, что я прав. Держи. Остановим загрязнение Москва-реки! Москва-реки, загрязнение остановим! Остановим загрязнение Москва-реки! А, Дарья Константиновна, уже обещали. Обещала, значит, придет. Никуда он не денется. Спасибо. Дарья Константиновна, а что вы так рано с работы? Пап, сейчас не до шуток. Ты парня случайно не завернул? Александр Науменко зовут. Да, пропуск у него был заказан? Да был. Ну, придет, пропущу. Ну, мало ли, вдруг он паспорт забыл. Дашка, да не было тут никаких парней. А без паспорта пусть даже и не появляется. Ты на меня обиделся. Ну, что я за дура такая? Ну, это точно не у отца. Да. Можно? Объявился наконец? Нет, еще. Скорее, не еще, а уже. Рудольф Алексеевич. Знаете, если вы по какому-то другому вопросу, то давайте позже. Я не в настроении. Или хотите, чтобы вас лишний раз неконструктивно обхамили? Рудольф Алексеевич, я как раз по этому вопросу. Слушаю. Дело в том, что это моя вина. В чем вина? Какая вина? Не тяните резину. Пришел. Уже ни в чем. Все в порядке. Не знал, что для интервью теперь гримируют. Это для того, чтобы я не слишком пугал окружающих? Ой, ну что вы, как вы могли такое подумать? Интервью будет опубликовано вместе с тематической фотосессией с вашим участием. Простите, что не успели вас предупредить. Без проблем. Спасибо. Вы можете меня уговорить на что угодно. Тогда дайте мне автограф. А вот это уже перебор. Шучу. Давайте, конечно. Кстати, отличный выбор. В этой книге особенно хороши рецепты супов. У вас прекрасный вкус. Спасибо. Слушайте, а может, все-таки поторопимся? А то я боюсь, что наш фотограф на людей бросаться начнет. А кто эта строгая тетя? А эта строгая тетя просила у вас об интервью по телефону. И очень благодарна вам, что вы пришли, несмотря ни на что. Точно. Тут, я думаю, голос знакомый. Простите, забыл. Как вас? Дарья. А по отчеству? Просто Дарья.
готовка для вас это хобби или все-таки призвание? Это секс. Приготовление пищи – это ведь древнейшее искусство. В нем замешаны такие важные стимулы, как голод, инстинкт охотника. Вы знали, что охота возбуждает в головном мозге те же зоны, что и интимное влечение? Когда мне удается придумать новый рецепт, я чувствую, будто я соблазнил прекрасную женщину. Круто. В смысле, следующий вопрос. Александр, скажите, у вас есть девушка? Это вопрос очень личный, вы на него можете не отвечать. Нет, почему же? Пусть Александр ответит. Я думаю, что нашим читательницам очень интересно узнать, есть ли у них шансы. Простите, как вас? Дарья, без отчества. Дарья, что-то у меня с памятью. Так вот, Дарья, боюсь огорчить ваших читательниц, но, к сожалению, мое сердце не свободно. Ну, надеюсь, что имя вашей девушки вы не забываете? Не забываю. Но и сказать не могу, она у меня очень стеснительная. Буквально умоляла не передавать наши отношения огласке. Если бы я была на ее месте, я бы сразу же все растрепала. Может, именно поэтому, Юленька, вы не на ее месте? Может быть, вам просто нечего стесняться. Ага, выходит, что у вашей девушки есть чего стесняться. Да в том-то и дело, что нет. Может быть, она просто меня стесняется? Ну, зачем вы на себя наговариваете? А мне кажется, что Александр наговаривает на девушку. А вы не думали, Александр, что ваша девушка просто боится поставить себя в уязвимое положение? Да, а чего же ей бояться? Ну, например, стать вашим очередным рецептом, который вы запишете в свою кулинарную книгу и забудете. Уверяю вас, Дарина. Дарья. Дарья, уверяю вас, что в отношениях я гораздо консервативнее, чем в приготовлении пищи. Да что вы говорите? А вот у нас другие сведения. Я слышала, что вы недавно предпочли высокооплачиваемую, солидную работу за границей довольно авантюрному бизнес-проекту в России. Что, согласитесь, характеризует вас как человека ветреного. Это характеризует меня как человека, преданного своей мечте. Несмотря на риск и возможные недопонимания со стороны окружающих. И, кстати, моей девушке нравится мой выбор. Что, вот так прямо и сказала? Нет, я же говорю, она у меня очень скромная. Но я чувствую, что она просто в восторге от этой идеи. Вот как? Да, и к восторгу немножко примешана зависти. Ведь ей самой мешает стать счастливой ее собственные комплексы. Послушайте, Александр, да что ж у вас за девушка такая? Стеснительная, завистливая, с комплексами. Мне кажется, вам очень крупно не повезло. Мне очень повезло. Она удивительная женщина, только она пока кое-чего не понимает. Чего? Того, что ты самоуверенный юнец? То, что она влюблена в меня по уши. Да ладно? Да, вот я все жду, когда же она наконец вот признается себе в этом? Да ты просто трус. Хамло. Трусиха с комплексами. А у меня остались еще вопросы. Не сейчас. Сколько стоит этот журнал? 100 рублей. Можно его? Да. Берите. Глаш, ну тебе сложно открыть, что ли? Слышишь, звонят. Я занята, открою сама. Здравствуй. Антон, ты можешь наконец оставить меня в покое? Я пришел за своей зубной щеткой. Проходи. Можешь не разуваться. Как скажете. Разуваться не буду. Мелкая, привет. Отличная вещь, спасибо, что не выкинула. На здоровье. До свидания. Слушай, Даша, скажи мне, чего тебе не хватало? Антон, я тебя очень прошу, не начинай, ладно? Ты ведь сама не знаешь, чего тебе надо. Ну-ка, погоди. Сейчас, сейчас, я тут решил почитать твои статейки. Сделал несколько выписок.
так сказать, анамнез пациентки. О! Журнал «Артмода». За прошлый год, 16 апреля. Ты тут советуешь читателям. Цитата. Удивляйте свои половинки. Творите ради них безумство. То есть безумство, да? Тебе нужно безумство. Но нет. В июньском номере того же года ты пишешь, мало какие поступки сравнятся со скромным букетиком тюльпанов, круглый год стабильно украшающим кухонный стол моей подруги. Значит, все же стабильность. Однако уже в январе этого же года ты рассуждаешь про прелести сюрпризов. Потом, в марте, идет новый виток идиотизма и клиники по поводу серенад за окном, потом какие-то розовые слюни по поводу романтических отношений. Ты знаешь, что все это бред? Бред малолетки в пубертатный период. Ты сама не знаешь, чего ты хочешь. Антон, от тебя я уже ничего не хочу. До свидания. Слушай, ну я могу тебя только поздравить. Наконец-то ты бросил этого придурка, он мне никогда не нравился. Да ладно тебе, ты же его почти не знала. Ну, мне этого как-то хватило. Вы сколько с ним были знакомы? Полгода? И за полгода он так и не запомнил, как меня зовут. Это феноменальная память. Ноги убери. Да не такой уж он придурок, если честно. Ты знаешь, мне его даже жаль. А между прочим, жалость очень вредное чувство. А от ненужных людей в жизни нужно избавляться. Конфетку будешь? Сладкое вредно. Не так уж легко от него избавиться. Одна мудрая сестра мне однажды сказала, что внимание мужчин – это не уникальное явление, а побочный надоедливый эффект. Все ты помнишь, как я посмотрю. Ну а что, как у тебя на личном фронте? Да никак. Не хочешь говорить? Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас. Антон, прекращай этот цирк! Ты ж сама хотела! Ты ж сама хотела! Романтики, романсов, серенад под окнами. Так на! Вы сгубили меня, очи черные, унесли с собой мое счастье. Молодой человек, я сейчас полицию вызову. Ну давай, правильно. Давай, давай, мать, вызывай полицию. Так будет даже романтичнее. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Вот тебе романтика, господа! Как что ж ты, мать, мне все испортила? Спасибо! Как боюсь я вас! Так получилось, что я тебя любил и всю жизнь буду любить. А знаешь что? А я безумно хочу целоваться. Ты чего ревешь? А ты чего ревешь? Сама. Ну, между прочим, ты-то этот фильм уже смотрела. Да я всегда рыдаю в этот момент. Как идиотка. Ну, почему же как? Да я ее не помню. Как будто бы ее не было совсем. А как можно любить или ненавидеть того, кого нет? Ты ее хорошо знала? Да не очень.
Мне ведь всего 18 было, когда папаня к этой даме ушел. Почти как тебе сейчас. Один неправильный поступок, и вся жизнь наперекос. Я бы вообще убила на твоем месте. Нет, я серьезно. Я абсолютно не умею прощать, и тем более предательство. Тоже мне мисс принципиальность. А знаешь, ты сейчас только не ржи, хорошо? Серьезно. Когда вы только к нам переехали, и когда мы стали вместе жить, я иногда думала, что ты есть моя мама. И что у нас хорошая такая крепкая семья. Такие вот дурацкие фантазии. Ну, если честно, так себе из меня мамашка-то получилась. Ну, тут, знаете ли, на бесптичье и попа соловей. Ну, ты, я смотрю, совсем обнаглела у меня, сестреныш. Не называй меня так больше. Это не вопрос. А в чем проблема-то? Да был тут один, который я так называл. Кстати, я тебе могу показать. Очень интересный тип. Пойдем, поржем. Пойдем, пойдем. О, привет. А где Глашка? Глафира не будет. Я хотел поговорить с тобой один на один. Какой вопрос на повестке дня? Я хочу, чтобы ты исчез из ее жизни. Слушай, старик, я не понимаю, что у вас там происходит. Мне кажется, вы сами до конца не разобрались. Но я Глашу знаю со школы. Я в курсе. Ты не заметил, что вы с тех пор несколько изменились? Что детская привязанность переросла в то, во что переросла? А тебе не кажется, что мы с Глашей как-то сами разберемся? Не кажется. Хотя я благодарен тебе за то, что не воспользовался ситуацией. Значит, Глаша тебе не безразлична как друг. Угу. Правильный вывод. А если она тебе не безразлична, значит, согласишься, что вам сейчас лучше не видеться. Ее чувства к тебе еще не улеглись и вряд ли улягутся, пока она не спроецирует их на новый объект. Угу. Которым, как я понимаю, собираешься стать ты. Это к делу не относится. Вот. Так это все из-за него? Ты прикинь, да? Меня динамит, а тебе интервью в журнале дает. Да еще с какими-то шлендерами фотографируется. Молодец. Глашка, прости, я... Да ты тут при чем? Ты же не знала, что он козел, когда интервью у него брала. Подожди, а вы с ним что? Что мы с ним? Ничего мы с ним. Рожа, я ему не вышла. Он сказал, что у него уже есть дама сердца. Хотя я знаю, что думаю, что у него много таких дур, и каждая думает, что она самая счастливая. А ты почему на него злишься? Было бы лучше, если бы он воспользовался твоей влюбленностью. Было бы лучше, если бы он из Англии своей не вернулся. Я не понимаю, а что ты его так защищаешь? Да нет, я не защищаю. И что, ты до сих пор его любишь? Ты что, издеваешься? Я его терпеть не могу. Наверное, им неправда сейчас лучше не появляться на горизонте. Спасибо, Саша. Слушай, я правда не хочу терять такого хорошего друга, как Глаша. Я надеюсь, все уладится, и она спроецирует свои чувства на новый объект. Надеюсь. Привет, Дашенька. Здрасте, Инна Георгиевна. Тебя можно поздравить? Я слышала о твоем грядущем повышении. Да, спасибо большое. Ну, что-то вид у тебя не очень бодрый. Неужели уже отпраздновала в одиночку? А я, Инна Георгиевна, узнала, что моя сестра влюблена в сына моей близкой подруги. И обе они не в курсе, что я с ним сплю. Но это если так, вкратце. Да, нестандартная ситуация. До истерики. Дашенька, я не хочу давать тебе совет, да и не имею права. Но в моей жизни была подобная история. У моей дочки был ухажер, пустой как барабан.
Ну, я решила вмешаться и заодно показать, кто есть кто. А ты меня знаешь. Я, если чего хочу, добиваюсь мгновенно. В общем, не успела я как следует насладиться новой игрушкой. Как все стало известно моей дочери. И вот уже 15 лет мы с ней не общаемся. Она давно замужем, разумеется, за другим. Внучка моя пойдет в этом году в первый класс. Но вижу я ее только на фотографиях в соцсетях. А как же этот? Игрушка. А игрушкой оказалась я сама. А старые игрушки ломают, выбрасывают и заводят новые. Опять ночевать не придешь? Опять у своей мочалки останешься? Мамчик, ты, конечно, у меня мудрая женщина, но я буду тебе очень признательна, если ты перестанешь ее так называть. Нет, сыночек, я так буду ее называть. Потому что я ее не видела. Да, ее, знаешь, не очень хочу и смотреть. Объясни мне, какая нормальная. Девочка попросит парня не придавать отношения огласке. Я смотрю, ты приобщилась к прекрасному. Да. Да, мать читает модные журналы. Между прочим, мог бы и сам сказать. Матери приятно, про сына статьи пишут. Мам, да было бы чем хвастаться. Ладно, не скромничай, меня другое интересует. А что это такое за информация, что ты никуда не едешь, что остаешься в России, ресторан какой-то открываешь? Я раз тебе еще не рассказывал. Ладно, мамуль, не телефонный разговор. Нет, это не Сонечка, не телефонный разговор. Все, мамуль, не могу говорить. Давай, целую. Я что сказал? Трубку не смей вешать. Я мне... Мужчина, с ума что ли? Сейчас охрану позову. Ты Маринка, что ли? Или как там тебя? Подружка моей Даши. Антонио, я вас не узнала? Я вас не узнала. Я тебя вообще не помню, коза. Зато про тебя все знаю. Язычок прикуси. Ты ведь ты ее против меня настроила. Все мозги и прокукарекала, про романтику, про то, про сё. Тоже мне. Подружки чертовы. Сама вот сидишь в этой заднице. И другим жизнь портишь, вот убесимый. Зачем? Господи. Да кому надо против тебя настраивать-то? Ты вообще себя видел? От тебя любая сбежит. А не сбежит, так с тоски повесится. Да куда денется? Как сбежит, так и прибежит. Кому вы нужны? Ну, кому никому. А Дашка такого мальчика отхватила. Конфета. А ты в следующий раз... Выбирай какую-нибудь убогонькую, косую, хромую, кривую. Чего? Какого мальчика? Вот оно, значит, как получается. Спасибо тебе, Мариночка. Пожалуйста. Что глаза-то мне открыла. Пойду обсужу эту интересную информацию с Дашей. Ты проспи, сиди. Если получится, то и с ее мальчиком. Телефон отдай! Да на. Господи, это кто ж меня за язык дотянул? Да? Одинокий бомж просит возможности переночевать в вашем уютном подъезде. Порядок и чистоту гарантирую. Нечего нам в подъезде метить. Поднимайся в квартиру, открываю. Здрасте. Опять ты? Ну, здравствуй, конкурент. Я смотрю, ты решил и на этой полянке порезвиться, сопляк. Боюсь, что для конструктивности нашего диалога не мешает мне остаток информации. А я-то стою, жду, думаю, не придешь сегодня. Хотел плюнуть да уйти, а он ты какой нарядный нарисовался. Спасибо за комплимент. Ну, похоже, вы меня с кем-то путаете. Я тебя ни с кем не путаю! Кто? Ну, говори. К этой дуре приперся? Я все еще уверен, что вы меня с кем-то путаете. Антон! Отпусти его!
А теперь начинаю сомневаться. Это самое маленькое, что с тобой сегодня произойдет. Так, понимаю, ситуация жесткая для всех, но конструктива мы сейчас все равно не добьемся. Это я не добьюсь! Я сейчас добьюсь конструктива! Давайте, предлагаю поговорить на трезвую голову, а и в подходящей обстановке. Если у меня перестанете болтать туда-сюда, то мы сможем обменяться контактами. Ну ты же нормальный парень. Ну скажи, ну зачем тебе эта истеричка, а? Боюсь, что при такой формулировке мне сложно дать однозначный ответ. Слушай, а хочешь, я возьму тебя к себе в ресторан? Будешь у меня шеф-поваром, а? А? Так, Антон, отстань от него! А ну иди отсюда! Ты нам больше не нужна! Пусти, я сказала! Пусти, сказала! Пусти! Да, ситуация под контролем, не надо! Да отпусти ты его! Саша! Ну что, довольна? Оставила меня без шеф-повара. А ты уверен, что все ингредиенты можно есть? Абсолютно, я же сам это готовил. Это, конечно, обнадеживает. А что это? Запеканка из шпината. Тебе не нравится? Нет, ты чего, очень нравится. Хорошая такая запеканка. Между прочим, мой кулинарный дебют. А, так вот зачем ты меня позвал. Я тебе нужна, как подопытный кролик. Ну прекращай, я же опробовал продукт на себе. Квит жив-здоров. И вкусовые качества тоже в пределах нормы. Петь, а 2 часа прошло с момента употребления? Хватит. Если ты не съешь, я очень на тебя обижусь. Я съем, ну конечно съем, ну хорошая же запеканка. Правда. Можно только мне стакан воды, пожалуйста? Ну, пожалуйста. Я молодец? Ты что, это проглотила? Прости, я не знала, что это так важно. Ну, хочешь, я какую-нибудь другую запеканку съем? Глафира, выходи за меня. В смысле, в замуж. А если бы она у меня в горле застряла? Ну, не преувеличивай. Классический способ увеличения романтики при предложении руки и сердца не раз опробовано. Кем? Тобой, что ли? Коллегами-женихами. Статистика смертельных случаев фактически равна 0. Это, конечно, очень радует. Петрович, какого черта ты мне вообще предложение делаешь? Ну как? Это логично. А? Во-первых, мы давно знакомы. Вы вообще? И вообще. То есть ты думаешь, если меня парень бросил, я сразу к тебе в руки кинусь? Ну, нет. Ну, ты математик. Все просчитал? Да ничего я не высчитывал. Мои аналитические способности вообще рядом с тобой как-то не очень работают. Ты на мой мозг как-то странно действуешь. Как компьютерный вирус. Мозговая бактерия. Слушай, сам ты мозговая бактерия. Ну, я не в том смысле. У меня с метафорами просто проблемы всегда были. Как-то я по-другому себе это представлял. Если бы у меня было время как-то сейчас погуглить, я, может быть, еще и знал ты бы. Ты что, издеваешься? Нет. Я время неудачно выбрал, да? Надо было как-то свериться с твоим гормональным циклом. Что? Ты же сама как-то сказала, что мне лучше об этом знать. Ты просто очень эмоционально зависимый в этом плане. Ну, ты ненормальный. Знаешь что, Петрович, иди ты к черту со своей запеканкой, со своим кольцом. Ты маньяк. Глаш! И такси мне оплати. Не больно? Скорее, любопытно. Это мой бывший. Просто он меня немножко преследует. Спасибо, что предупредила. А главное вовремя. Ты же видел, он практически безопасен.
А главное, я думала, что это только моя проблема. Так это и есть причина пожелания оставить наши отношения в секрете? Не совсем. Выяснилось еще кое-что любопытное. Ну? Сашка, милый, мы не можем быть вместе. С этого момента поподробнее. Поверь мне, на это есть очень серьезная причина. То есть не та, которую я встретил сейчас у подъезда? Если бы. Короче, твоя мама, Марина, оказалась моей близкой подругой. А Глаша, девушка, которая в тебя влюблена и пыталась тебя соблазнить, моя младшая сестра. Они еще пока не в курсе наших с тобой отношений. Как ты понимаешь, это дело времени. Так какая причина для нашего расставания? Тем более, что с Мамандром я это уже знакома. Значит, у нас все серьезно. То есть тебя в этой ситуации ничего не смущает? Ну, кроме того, что Москва оказалась большой деревней, нет. Не парься. Маму я возьму на себя. Ну, а с Глашкой вот придется тебе поговорить. Но особой проблемы я тоже не вижу. У нас с ней ничего не было. Подожди, то есть все так просто? У меня тут полголовы посидело, пока я придумала варианты, как все это решить. А ты предлагаешь просто поговорить. А чего тут усложнять? А ты знаешь, что твоя легкомысленность заразительна? Угу. И что когда мы вместе, мне тоже начинает казаться, что все вот так вот весело и легко. Расцениваю это заявление как обещание написать книгу, причем завтра. Молодой человек, а вы не слишком многого требуете сразу, а? Только так. Все и сразу. Ты Глаша? Дашина сестра? Да, а вы кто? А я Марина, подруга из массажного салона. А, здрасте. Слушай, я из-за ее бывшего беспокоюсь. Видела ее сегодня, ну просто совершенно в неадеквате. Из-за Антона, что ли? Да не переживайте, это абсолютно безобидный придурок. Все они безобидные до поры до времени. Я, между прочим, Дашке висечно звониться не могу. Ну ладно, я думаю, что все хорошо, но пойдемте вместе поднимемся. А нет, свет в гостиной горит. Видимо, и правда не спит. Надо свет забыла выключить. Я же говорила, что с ней все нормально.